Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія» в студії Катерина Тригубова. Я вітаю нашого гостя. Сьогодні у нас В'ячеслав Самарець, заступник начальника відділу ресурсного та інженерного забезпечення Управління Державної пенітенціарної служби України, підполковник внутрішньої служби. В'ячеслав Ігорович, здравствуйте. Добрий вечір. Что у нас, в принципе, вот, пожалуй, ноябрь, да, такой последний месяц, когда можно подготовиться к зиме, да, вот, сделать последние там приготовления, ремонты и так далее, да, для того, чтобы зимой в учреждениях было тепло. Что сделано, как вы готовились, на протяжении какого времени и к чему вы уже сейчас пришли? Мы готовились, можно сказать, с мая месяца. Во всех учреждениях, у нас их 7 учреждений Николаевской области, проводились ремонты, основные ремонты по подготовке к зиме, это, конечно, и наши котельные, у нас их 3 газовые котельные и 4 на угольном топливе, на твердом топливе. Здесь ремонт котлов и насосной системы. Очень важный вопрос – это ремонт системы тепловых сетей. В целом и обучение операторов, газовые котельные, кочегаров. И в целом по области на вот это направление по подготовке к зиме было использовано почти 500 000 гривен для выполнения этих работ. Кроме информации, да, вы пришли еще с фотографиями. Да. В принципе, информацию всегда легче и интереснее воспринимать, когда еще и видишь, что было сделано. Давайте запустим такой в ряд фотографий, да, Вячеслав Игоревич, вы прокомментируете, да. Что мы видим, что это такое? Ну, это наши альтернативные источники приготовления еды. На первой фотографии мы увидели здесь и котельная 5-го подразделения, и замененная вышка дымовая полностью новая. Котельная – это угольная. Так, она у нас уходит, да, сейчас появится следующее. Это у нас оборудование. Да, это у нас уже газовая котельная, Ольшанская испытательная колония номер 53. Насосное оборудование было полностью сделано, капитальный ремонт. И в надлежащем рабочем состоянии сейчас находится котельная, работает. Угу. Здесь уже пошли немножко другие объекты. Это банно-пральные комплексы. Тоже интересно, что это такое? Это банно-пральные комплексы, душевые отделения в наших учреждениях. Так. В принципе, кроме того, что были сделаны ремонт оборудования, да, где-то заменено, где-то поставлено новое, еще и сделаны ремонты, то есть условия работы для тех людей, которые будут обслуживать это новое оборудование, конечно, также достойные. Да. Как вообще вот вы планируете? То есть был ли какой-то, допустим, сделан анализ, да, прошлой зимы? Ну, естественно, наверное, был сделан, потому что, ну, как-то вот работа идет, и надо сравнить, что было, какие были ошибки, допустим, или какие успехи были прошлой зимой, для того, чтобы не повторить ошибки и закрепить успехи. Вот такую, может быть, статистику привести, насколько вообще успешно был прошлый зимний сезон для вас? Ну, в системе отопления, можно сказать, сезон успешный, важно, он стабильный. Что, да, это самое главное, много, это уже является правильно. Успешностью. Да. Да, если он стабильный, нет срыва, работают хорошо, хорошо. Котельные, да, подается электроэнергия, нету никаких порывов, вода подается в учреждение. Это самое главное, обеспечивает стабильную работу всего учреждения. А здесь связано все, не только то, что сужены имеют возможность посещать и баню, и проводится стирка, уборка в помещениях, но и приготовление еды, выпечка хлеба. Это все это в комплекс всех работ, которые связаны на инженерных объектах и коммунальных объектах, и обеспечивают стабильную работу. А чтобы они хорошо работали, практически каждый год, вот, например, в весеннее время мы проходим, по окончанию зимы проводится весенний смотр, где подбивается итоги работы за зиму, определяются те объекты, которые находятся в состоянии, которое требует либо капитального, либо поточного ремонта, и составляются планы. На основании этих планов в течение фактически всей весны, лета и, можно сказать, первую часть осени, там, сентября до 15 октября, до начала отопительного сезона, расписываются все работы по выполнению этих планов. И уже в октябре месяце происходит осенний смотр, где мы подбиваем итоги нашей работы по каждому учреждению и уже видим свои результаты. Конечно, если что-то не в полном объеме выполняется, то даются, скажем так, в кратчайшие сроки
кончить работу. Но в основном все объекты, которые мы планируем, пока еще не было таких случаев, особенно что касается системы инженерных объектов подготовки к зиме, чтобы они были не готовы. Всегда 100% готово. Обслуживание котельных, да, специалисты, которые там работают, это специалисты со стороны, то есть вольно-наемные, или же есть люди, которые и отбывают наказание, и, в принципе, имеют достаточную квалификацию для того, чтобы и работать вот сам именно на этих объектах. Ну, конечно, оборудование газовое, это является повышенной опасностью оборудования. Там работают специалисты, Да, да, здесь работают только специалисты, привлеченные. которые прошли соответствующее обучение в спецорганизациях. Но в наших учреждениях на достаточном уровне прошло обучение осужденных, и у всех имеются соответствующие удостоверения и допуск газовой службы. А Кроме что интересно и важно, да, эти люди, получив такое удостоверение, они, в принципе, могут и могут после работать, отбывания совершенно верно, наказания да. найти себе работу, да, по Да, этой это фактически специальности. у них уже То есть профориентация рабочая происходит. профессия, которой они могут воспользоваться по освобождению из учреждения. Важные вопросы, важная, в принципе, такая, да, одна из составляющих – это топливо. Его должно быть достаточно для того, чтобы весь отопительный сезон продержаться нормально, на достойном уровне. Насколько сейчас, в связи с тем, что и цены поменялись, да, чисто экономическая ситуация стала другой, насколько вам комфортно делать закупки, да, и насколько запасов хватает ли, хватит ли на отопительный сезон, который уже начался. Значит, повторюсь, у нас есть газовые и угольные котельные, Ну и вот уголь, поэтому, да, да, и нужно поэтому мы как-то тоже брать. свои задачи ставили именно подготовку по каждому направлению и приобретение этих энергоресурсов нам необходимых. По газовым котельным у нас были проведены соответствующие тендера открытые, где на сегодняшний день все тендера были уже закончены, заключены договора, и идет просто работа по заключенному договору. А тендер, это интересно, а что можно вот газ, допустим, покупать у разных организаций, то есть вы выбираете наименьшую цену, вот как это Да, происходит? То это есть происходит нету как... монополиста сейчас вообще, Ну, который можно сказать, что поставляет, вот допустим? сейчас начинает уже уходить от этого. И если раньше были монополисты, то сейчас вот уже я больше чем уверен, что с 1 января будет участников в торгах 4-5 Это организаций. уже на Да, следующий потому год, что да, у будет нас уже? договор был заключен на 2015 год, теперь на 2016 год. У нас уже есть предложения, которые пишут организации и предлагают к участию. Исходя из этого, у нас будут открытые торги, где будем закупать газ у той организации, которая нам предложит этот газ по наименьшей цене. Так, закупать газ. У вас Так... не подача газа как ведется? Вы в баллонах его покупаете, или Нет. это, или есть системы, которые Системы, кому-то да, подачи принадлежат, газа, да? ну это же мережи загальные, скажем так. А что касается угля, здесь также мы проводим закупку только по тендеру. И на сегодняшний день все тендера по нашим учреждениям закончены, и уже в три учреждения уголь поступает согласно договоров. И сейчас на этой неделе уже одно из учреждений тоже заканчивает процедуру оформления и начинаются поставки. На сегодняшний день у нас по области больше чем 1 600 000 тонн угля имеется на складах. Кроме того, у нас еще есть дрова и щепа, которые мы обеспечим там, для растопки и как использование альтернативных источников. А вот насчет альтернативных источников. Очень, очень сейчас популярны это брикеты, это всякие такие новомодные, скажем так, но очень полезные вещи. Насколько востребованы они у вас? То есть вы пользуетесь? Это интересно для вас, для вашей Да, для структуры? нас это тоже интересно. Это возможно сделать производство где-то, может быть, на базе какого-то из Я думаю, учреждений? что это возможно. Здесь вопрос не совсем как бы по моей службе. Я думаю, что это вполне возможно. Здесь нет ничего таких сложных производственных процессов. Ну, опять же, Надо, занятость да, здесь людей вполне будет вероятно, надо больше. заключить договора, смежные договора или какие-то о совместном пользовании. Одни выращивают какую-то продукцию, если это растениеводство, например, там шелуха от подсолнечника или еще что-то. И, например, учреждение, Да, потому что используя производственный прессовое процесс хозяйство, очень-очень да, простой. запускает, прессует и дальше идет в
изготовления турфабрикетов. Но у нас в учреждении Вознесенской колонии выпускали тоже подобные в Вознесенском районе это очень популярно. Там несколько таких предприятий есть, маленьких цехов, которые... Да, на сегодняшний день они сами для своих нужд делают как раз тоже энергосберегающие, так сказать, альтернативные источники питания, именно отопления, которые они используют для своей котельной. Тем самым тоже экономят ресурсы, которые выделяет государство. Это что? А, кстати, вот ваша служба, да, Державная пенитенциарная служба Украины, вы можете, вам разрешается, допустим, участвовать в каких-то грантовых проектах? Допустим, вот по вашим же, потому что что выращивать, ну, опять же, да, вот по обеспечению, например, вообще можно это делать? По обеспечению именно какое? Ну, вот то, что по вашим, да, допустим, заготовка там овощей, картошки, все, допустим, какие-то новые технологии внедрять, вот люди у вас же работают, да, есть хозяйство, мы знаем в колониях, то есть вот такое вот что-то можно делать? Что касается производственной сферы... Даже энергетика? Это не вопрос ресурсного обеспечения. Но они же все равно взаимосвязаны. Ну, не взаимосвязаны. Хорошо, по вашей. Вот энергетика, вот чтобы, допустим, было меньше платить, легче обеспечивать там тем же топливом, можно это делать? Вот что касается обеспечения в целях экономии топлива, здесь мы как раз работаем в этом направлении постоянно по всем учреждениям. Например, там, где у нас газовые котельные, у нас все уже газовые котлы обеспечены специальным, как бы сказать, приспособлением экономайзеры, которые обеспечивают как раз путем отвода отходящих газов подогрев воды, которая поступает на подпитку в котел, тем самым меньше расходуется газа на подогрев. А за счет чего вы вот это ставили, вот эти новые вещи на котлы? Они сразу вы закупали? Нет, такие, что были они? Закупка шла стандартное оборудование, а дальше уже было, это шла как модернизация оборудования, именно с целью энергосбережения. Это выделяются деньги государственные? В том числе и государственные деньги, и деньги учреждений, которые они сами заработали. Существует государственная программа энергосбережения, как раз на основании этой программы мы работаем в целях уменьшения потребления энергоресурсов. Это что вот касается газа, я вам назвал. В том числе, что касается и газа, и угля, это замена систем теплопостачания, то есть трубы, это новые трубы, установка, и новые системы утепления трубы. Они, ну, чего там, и в городе видно, какая у нас система отопления, вся обшарпанная. Вот. Мы стараемся каждый год уходить от этого старого метода и делаем уже современные на основе пенопластовые, скорлупа специально. Это все закрываются трубы, бетонируются, и получается монолитная труба с хорошими энергосберегающими характеристиками. Что касается вот по электроэнергии, здесь мы пошли также по пути, ну, все мы знаем, какая сейчас стоимость на электроэнергию. Наши учреждения тоже не ушли от этого проблемы. И нам также было начислено тариф стоимостью 1,80 гривны за киловатт. И благодаря, можно сказать, совместной работе с Николаев Облэнерго, Николаев Энергонадзор, мы смогли часть объектов наших, а именно общежития, в которых проживают осужденные, перевести эти объекты на тариф, как для гуртожитков. Он, ну, практически почти в 4 раза меньше. Это 45,5 копеек за 1 киловатт электроэнергии. У нас, в принципе, наша область всегда славилась овощеводством. И, в принципе, даже на фоне того, что где-то повышались цены, да, и общая картина была такой настораживающей, скажем так, да, вот у нас овощи всегда стоили как-то так достаточно нормально для того, чтобы и обычные граждане, и учреждения, в которых находится много людей, вот такие как ваши, да, они, в принципе, справлялись с закупками, да, с заготовками и так далее. В этом году, к большому сожалению, общая вот эта тенденция роста цен, она коснулась и нас, и нашей области, и значительно на эту овощную группу товаров цены поднялись. Как вам этого нужно много, потому что у нас учреждений достаточно много, в которых находится не по одной сотне людей, скажем так, счет идет на тысячи. Как вы справились в этом году?
За счет чего? Хватило ли тех денег, которые были Да, действительно, в этом году год запланированы? в заготовке был сложный. Ну, можно сказать, благодаря и помощи центрального аппарата нашей службы и своевременно проведенным закупкам мы смогли закрыть этот вопрос и по более-менее, ну, скажем так, реальным, нормальным ценам. Мне вот назову только некоторые цифры, чтобы как бы, извиняюсь, чтобы быть понятным. Вот заготовка селения, это у нас заготавливаются помидоры, кабачки, огурцы. Мы заготовили 40,5 тонн. И средняя цена была по товарной продукции 3 гривны 2 копейки за килограмм. Лук это репчатый. нормально или много, мало? Это, ну, я считаю, что это очень хорошо. Лук репчатый, ну, в смысле, обычный лук, 36,8 тонны по цене 3 гривны 3 копейки. Это, я думаю, замечательная цена. Сейчас все мы на рынке видим, какие стоимости. Свекла 27 тонн по цене 3,97 гривны за килограмм. Морковь 28 тонн по 4,88 гривны килограмм. Капуста свежая, ну, это средние и поздние сорта, потому что мы ее сбережения делаем. И у нас до марта месяца капуста хранится в свежем виде. 176,9 тонны по цене 4,90 за килограмм. И картошка 387 тонн по цене 2 гривны 93 копейки за килограмм. То есть цены, благодаря тому, что мы своевременно провели эту работу, мы успели как бы попасть в тот момент, когда еще цены были нормальные. Сейчас, конечно, мы видим на рынке цены очень высокие, и тот, кто своевременно не закупил, те, конечно, сейчас им тяжело. А есть у вас такие учреждения, которые, допустим, ну так немножечко притормозили это дело и теперь вот находятся в таком положении? Да, я хочу вам сказать, что у нас уже все учреждения на 100% закончены, заготовку. То есть у вас как армейская дисциплина, все сделали все вовремя, ну, да? Может быть, благодаря этому мы и закупили по такой хорошо. Низкой цене. Конечно. Потому что если бы мы тянули очень долго эту работу, затянули, то мы бы не увидели тех цен. Овощи замечательно, они всегда нужны, это для организма очень полезно, но для организма человеческого еще нужны мясные, да, продукты, то есть без мяса никак. Что с этим видом продуктов? Здесь нам уже помогает центральный аппарат, у нас идут централизованные поставки. И тоже, кстати, несколько цифр у меня есть. По поставкам у нас на сегодняшний день в наших морозильных установках больше 78 тонн мясной продукции. Это здесь и мороженое, курятина, и консервы различные, именно мясные консервы. И по запасу это примерно 190-195 дней. По рыбе и мороженое у нас поступает рыба сарданелла, путасу. И также есть в виде консерв килька в томатном соусе. Здесь у нас запас составляет 84 тонны и почти на 240 дней. То есть в этом направлении, если можно сказать, мы зима, весна и начало лета полностью себя обеспечиваем мясопродуктами и рыбной продукцией. Контингент специфический, есть люди, у которых есть хронические заболевания, да, мы уже говорили об этом в нашей студии, поэтому, естественно, питание, ну, кроме того, что оно должно быть сбалансированным, еще есть, наверное, категория людей, которым нужно специальное питание. Насколько обеспечены вы такими продуктами, насколько надобность закрывается? Что касается диетического питания для осужденных, это у нас идет на постоянном контроле, и центральный аппарат именно для решения этого вопроса выделяет ежемесячно государственные деньги, финансирование, и происходит закупка как раз этих продуктов в полном объеме. Во всех учреждениях закупка, то есть проблем с диетпитанием нету, полностью проведена вся закупка необходимая. Вот и как раз мы подошли к вопросу о профориентации. Есть люди, у которых вообще нет профессии, есть люди, у которых она есть, ну, допустим, они хотят ее поменять в процессе, ну, вот время есть, осознал, что ну, надо что-то менять, в том числе и профессию, да, насколько у вас можно это сделать, и, может быть, появилось что-то новое, кроме тех училищ, которые есть, да, вот обучение, что-то, может быть, акции какие-то, как-то вы вот рассказываете еще людям о том, что да, все в твоих руках, ты можешь это сделать, а мы тебе поможем. Ну, если брать из расчета именно службы ресурсного обеспечения, то мы в первую очередь проводим обучение осужденных, которые работают на наших объектах. Конечно, в
первую очередь для нас важны такая профессия, как повар, который каждый день готовит еду для тех же осужденных, и они имеют возможность ее каждый день испробовать, как она на вкус. А для того, чтобы поднять их профессиональный уровень, мы стараемся каждый год проводить во всех наших учреждениях конкурсы соответствующие. И, где и вот как у нас есть еще фотографии с последнего, да, это один из, да, из один конкурсов, из который недавно, да, проходил. Давайте посмотрим. Конкурс поваров. Так. Нет, это немножко не тот конкурс. Нет, это... Ага. Так, хорошо, ладно, про кухарев потом поговорим, да, про поваров. Это у нас что? Это семинар, это да, был, наверное? Это у нас был всеукраинский семинар, ага, да, всеукраинский ответственных, семинар. Ответственных за автотранспорт и автогаражи в учреждениях области у нас со всей Украины проходили. Семинар для ваших работников, да? Да, для специалистов, да, службы, да? Это а вот это конкурс, уже у нас... Конкурс поваров. Так. Все осужденные, которые приняли участие, повара, имели возможность показать свои, так сказать, умения, как они могут это все приготовить. И уже на основании, скажем так, и насколько это все красиво, и насколько вкусно, соответствующие их были и награды. Либо грамоты, либо даже ценные подарки в виде тортов, да, конфеты, ага, в общем, книжки. Это все, тут как раз на фотографиях все это видно. То есть, в принципе, да, вот как ничем практически, наверное, кроме места, да, вот проведения, да, не отличается от конкурсов, в которых участвуют повары и люди, которые занимаются именно каким-то ресторанным бизнесом. Да, да? Они, кстати, изъявляют огромное желание принимать участие. Еще не было, реально не было ни одного случая, когда бы кто-то сказал, что вот я не готов, я не смогу. Наоборот, каждый стремится и хочет принять участие, показать, что он может, что вот смотрите, как я это умею готовить. Вот. И вот, можно сказать, совсем недавно у нас также был еще конкурс, это на лучшее содержание и организацию работы банно-прачечной нашей, где также проводилось смотр всех наших объектов. А в чем там можно было соревноваться? В ремонтах, в условиях? Совершенно верно. Ремонт и условия обеспечения, в каком виде это все сделано, как это все это обслуживается, что предоставляется, какие услуги осужденным. И по итогам этого конкурса уже, они были подбиты в конце октября, победила, первое место она заняла была Арбузинская исправительная колония номер 83, на втором месте была Вознесенская исправительная колония номер 72, где их объекты коммунально-бытовые, ну, можно сказать, лучшие в нашей области. Две минуты у нас остается до конца программы. Что еще в ваших планах? Потому что организация хозяйственной деятельности – это непрерывный процесс. Нельзя все сделать и потом вот раз и почивать на лаврах, скажем так. Да, все равно все, что-то где-то ломается, что-то где-то приходит в негодность, что-то просто хочется модернизировать, потому что идет вперед технология, идет вперед уже вот сама организация вот этой хозяйственной деятельности. Что хочется сделать вам? Хочется сделать, я лучше скажу, какие у нас стоят задачи. Планы, да, правильно. Вот. Задача раз она поставлена, да, значит, надо, да, не просто хочется, задача, а надо. Задача наша, это, кстати, они в основном связаны с энергосбережением. Это металлопластиковые окна, установка на объектах, не только нашего комбыта, но и в общежитиях металлопластиковых окон. Мы в этом направлении работаем очень сильно, и надеюсь, что в следующем году мы еще ускорим этот вопрос, и думаю, до конца следующего года мы в большей части закроем его. И переход от лампочек обычных на энергосберегающие лампы использования. Здесь тоже у нас стоит задача центральным аппаратом максимально сделать замену на энергосберегающие лампы. И кроме того, конечно, ремонты. В данном случае вот мы хотим сейчас проводить капитальный ремонт мини-пекарни в Николаевском следственном изоляторе. Вот это, ну, самые большие такие крупные вопросы, которые у нас стоят, задачи, которые мы хотим сделать конец
15-го, начало 16-го года. Спасибо большое, спасибо за те, Спасибо. що були в нашій студії. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви були цей вечір з нами. Залишайтеся з телеканалом Миколаїв. Ми будемо працювати для вас і готувати свіжу, цікаву і корисну інформацію. Ви назавжди залишаєтесь нашими улюбленими телеглядачами, нашими друзями. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.